Ну что, ребятки, давно ли вытаскивали крутые шмотки из кейсов CSGO? Что? Падает одна синева? Так неудивительно, все давно открывают на luckydrop.net, там гораздо выгоднее, чем в самой игре, так еще и в плюс можно на изи выйти. В общем, инфу я вам дал, а вы пока думайте, кто-то вытаскивает крутой шмот. Ссылка на сайт в описании. Ох уж этот чертов мир постапокалипсиса, друзья. С вами Филиппин Кофе, и сегодня мы играем в зомби-карту CSGO. Да, ребята, всем привет, и в общем-то смысл этой карты заключается в том, что на нас нападают зомби, и мы должны от них защищаться. Вот, да. Просто тупо пораундно, господа. И сейчас мы активировали вот эту кнопку, тем самым дав знак, конечно же, зомбарям, что мы здесь. И смотрите, это... вот на прикольную такую фичу. Вот мы нажимаем на этот кейс, и вы слышите звук. Как будто что-то... Опа! И вот выпал аук. И выпадает чисто то же самое, что и обычно выпадает из кейса. То есть ничего хорошего. Чисто вот синька выпадает, как бы дефолтно. Так, Макс, погнали, погнали, за мной. Ой, гоу, конечно. Все, там зомби уже, ребята, бегут у нас, поэтому нам нужно телепортироваться. Ох, нифига их там! Давай отстреливаться. Как ты, слишком много. Я гранату кинул. Да, жирно. Так. Нам, смотри, мы здесь можем пока затариваться оружием, просто делать, что хотим, потом, ребята, нас... Это ты куда бомбу-то кинул? Это я вот случайно так. Ты чё, Мак, ты аккуратнее? Ты так убьёшь себя? I'm sorry, братан. Смотри, в общем-то, ребята, сейчас нас телепортируют, вот, по-моему, туда вот, и мы будем уже отстреливаться от зомби там. То есть они сейчас заняли первый этаж, они нас подстерегают именно там, думая то, что мы сейчас спустимся. Да, Макс, да ты чё, как так? Я пытаюсь закинуть туда как-то. Вот. Сейчас нормально закинуть. Все, нас сейчас телепортировать будут, поэтому давай, будь наготове, ребята. И... Через 5 секунд, полетело. О-о-о, нифига. Местечко-то какое. Так, отлично, еще один. Вообще, самый, кстати, лучший аимботер, серьезно. Да, есть такое. Качается, просто качается твой аим жестко. Конечно, тут особо ума много-то и не нужно. Но это верно. Просто ходишь по одной диагонали вот так. Право, влево, можно право, даже не ходить влево. По диагоналям этим, самое главное просто попадать в голову. Ну, в смысле, не сам, просто в голову, ребята, круче. Вот. Ну да, соглашусь. На то, как говорится, и хедшот существует. Да, так, давай, я не знаю, возьму калаш, я пожалуй. Возьму, все, давай с калашами сразу наверх. Для разнообразия. Сразу наверх, вот да, я калаш. Окей, go. Так, you have 37 кунц to be in the second floor. То есть каждый... Секунд? Да, а вот в прошлый раз нам вроде давали минуту на это. Блин! О, так ты чего, ма? О, как он залез? Это чё? Это... Как? Это чё за... Что? Это чё за зомби какой-то, а? Это что сейчас было только что такое? С какого у тебя хп, кстати? Как он слетел сюда? У меня 150 хп. У меня 350, это как-то ты жестко. Ну да, я просто вот очень много потерял его. Так, ну смотри, нам сейчас нужно подождать минуту, то есть чисто здесь отсиживаемся, пока что сидим. Вот, здесь пока что безопасно, поэтому это меня радует. Оружия много, ребята. Самое главное, продержаться нужное время. Чисто вот давай с ВПшками, как батя. Ты чё, Макс? Ой-ой-ой! Какое ВП? Ты о чём? Ой! Да изи это. Ну, кстати, да. А давай реально по хардкору. Же... Че такое? По хардкору давай, вот, возьмем диглы, возьмем МВП, где меньше патронов. Потому что просто убивать вот ботов, которые идут просто друг Макс, за дружкой. Почему дверь не открывается? Кнопку. О! Ой-ой-ой-ой, господи. Сейчас я мастер зажима, сейчас будет. Блин, патроны закончились. Ну, это тоже не смешно. Они... А че кнопка не нажимается? Ох ты, господи! Слушай, что-то они не убивают. Все, я раунд 2, Макс, это только второй раунд начался, ты прикинь, давай второй быстрее. Раунд? Быстрее, вынимай, давай, берем наш ВП, телепорт, все, и бери я наверху возьму. Ну, слушай, я бы на самом деле не давался бы еще во все тяжкие, потому что, по сути-то, мы с тобой не очень-то хорошо справляемся. Чё? What the fuck? Чего? Перезарядка, сука. Охренеть, это что за дела такие? Я еще и ВП взял. Они вообще сюда взлетели. Так смотри, может быть, надо было успеть их убить еще и вдаль, потому что они добегают сюда. Возможно. И также, может быть, ТП-шится к нам. Возможно, это, Макс. Это, слушай, такой неждан, которого я точно не хотел бы здесь видеть, потому что такая орда, господа, просто такая орда сейчас забежала к нам. Это, ну не круто. Так, Макс, у нас есть 5 секунд. Честно говоря, ВП это не самый лучший вариант, но, ребята, во все тяжкие, так во все тяжкие. Офигеть. Понятно. Блин, зажали! Сражайся до последнего! Я пытался, ребята, понимаете? Нет, Макс, АВП здесь реально не то. АВП это не то оружие, которое нужно здесь использовать. Нет, тут есть, знаешь, огромной такой бандой друзей собраться, то можно
чтобы у нас был хотя бы в команде один на вайпер. Чисто по приколу. Да. Но... Так, все, затеров. Лучше, и... конечно же, в нашем случае брать чисто вот... Кто зашел? Подожди, за нас два бота играют? А вот, все, они исчезли. Вот и все, Nice. Да. Так, раунд первый, сразу давай, не теряя времени, выбиваем надо пушку из кейса. Автоматы брать. Падает нож, смотри, отвечаю, сразу упадет нож. Ножик. Что это? А, что-то у тебя, да? Круто. Я дигл возьму. Я хочу с диглом побегать. А наверху я возьму М-ку. Все, погнали? Все, let's do this. Let's do it, ребята. Я не знаю, сколько здесь раундов вообще, по сути, нужно продержаться, ребята. Вот карту буквально только что нашли вот в мастерской, да? Так, на кнопочку. О чем они? Вот. Все, nice, так. Главное подбирать это коктейли взять, коктейльчики. Вот, и да, не юзать их просто так, конечно. Это верно. Так, ну я пока... А где они? Их пока я даже не вижу что-то на горизонте. Как-то это странно, да? Не, вот давай как их увидим, то начнем их закидывать сразу, чтобы поменьше хп. Я предлагаю сразу, когда у нас будет телепорт, да, напишется предупреждение, что через 5 секунд вас будет телепортировать, то, в принципе, можем наготове просто поставить коктейль Молотова и... Чтобы сразу перед собой кинуть. Не, ну их нас... надо убивать, Олежа, почему так ты их вон, не убиваешь? Так в смысле я не подначат, посмотри сверху, там огонь, как бы, видишь, работает за меня. А, кстати, огонёк. Телепорт, Макс, телепорт. Огонек. Так мы убили тут всех, как красавицы просто. Ну, не всех, конечно, но... Ой, прибежали, вы посмотрите. Ну-ка, сейчас получат. Ой, как... Это, конечно, жестко. Вот всегда бы так, да, в матчмейкинге. Вот, да, ребята, просто если вы хотите вот так вот всегда в матчмейкинге, то есть именно так играть, чтобы все противники улетали только от вашего оружия, то это было бы реально круто, согласитесь, да, вот. Мечта просто каждого кейсера, наверное. Так, они подходят, не подпускай их близко. Макс, давай, нам нужно внутрь. Точно. Внутрь нужно бежать, быстрее. Давай. Быстрее, забегай. Ух ты. Всё, успел их, сейчас они сюда прибегут. Давай, я, если что, готов принимать их. Они, кстати, что-то не забегают, смотри-ка наверх. Они может сейчас быть... забегут. А может быть это со второго раунда просто? Пустили. А что будет на 10-м каком-нибудь тогда? О, я вот не знаю, Максим. Ну, мне кажется, мы не дойдем до него, потому что, знаю, просто мы будем играть сейчас с тобой. Ну, не знаю, посмотрим. Вот просто сдох, посмотри. Неудачник. Бежал, споткнулся, голова там об бордюр и все. Да, жизнь, боль. Жизнь. Я тут с пацанами шоу на рыбу. Кстати, Макс, я могу закупаться, прикинь, можно купить броню. Блин, вот это, кстати, тема хорошая. Так, а чё так много? Нет! Спасай! Охренеть! Они бегут. А вот это первый раунд, Олежа, тем не менее. Кидай им туда идти. Да, кидай. Давай, офигеть! Просто видишь, ты пропускал. Я с дробовика начал стрелять. Надо просто убивать. Надо просто вот сразу месить, как увидел. Так. Кнопочка. Бегут лифсы, просто не останавливаются. Вообще, что такие-то же дерзкие. А кнопочка не работает, брателла. О-о-о, дигл это, конечно, тема мощная. Да. Не поспоришь, как говорится. На, просто. Дигл матч. Кстати, кнопка загорелась, поэтому смотри, мы можем сейчас... Тут калашек сверху. Иди оружие пока выбивай. Посмотрим, что там дадут. Может, пулемет. Если пулемет, то это вообще тема. Иди быстрее, не забывай. Так. Да, все, давай. Next report, все, давай, Макс, давай ко мне. Через минуту он будет. Так, я сверху, если что... О, хорош, я здесь. Ну, сейчас они, наверное, 100% сюда зайдут. Так, я что, на перезарядку? У меня 227 хп, Макс, это прям знак. Кидаем коктейльчики. Я еще наготове. Я жду их, что они... они когда сами умирают. А, они там... Там что-то, видимо, включилось, что-то электрическое. Просто, видишь, я слышу, как ему урон наносился. Странно. У нас еще флешка есть. Вот наготове. Давай я пока этих с улицы отстреливаю, а ты, если что, жди здесь гостей. Да, давай. Да, мне кажется, пока что... Вот, все, через 5 секунд нас снова зателепортируют, ребята, и... все. Так, коктейль. Ух ты, ё-моё! Найс. Все, это все? И чё идут? Еще тут капец, это просто бесконечный круговорот. Так, все, у меня даже сейчас патроны скоро кончатся. Я вызываю пока, но... Давай. Раунд четвертый, кстати, ребята уже далеко зашли, смотрите-ка, да? Неплохо, так пока держимся. Так. Главное, конечно же, это вот. Держать все под контролем. Не подпускай их, главное, близко. Может быть, они багованные там. Не подпускаю. Держим оборону. Патроны! Ну все, я включаю
ковбоя и готов оборудовать беретов их. Беги, беги, отходи, отходи. Ой, Макс, патроны, перезарядка, кнопка, нажимаю. Держимся, держимся, брателла. Пушку выбивай пока с кейса. О, смотри, как дробовик застрял. Нифига себе, смотри. Вау. У меня сейчас патроны кончатся. Тут, кстати, они пополняются, это круто. Макс, мне кажется, нам нужно подниматься наверх. Сука, они сильнее становятся. Давай, все. Вот сейчас нужно их ждать. Мне кажется, сейчас они как раз таки залезут наверх. Ай! Не вот они, сука! Но у меня перезарядка была. 65 хп просто, Олежа. Это по-моему, крах. Крах, крах, крах. Ё-моё, ребята, оружие-то... мы же закупаться можем. Мы можем закупаться, да. Надо быстрее, короче, взять... шлем, бронежилет, еще бы HP бы купить, да? Чисто вот, вообще было бы супер, да? Прям... А, было бы супер. Кстати, можно взять вообще скорострелку? Попробую не снечить. Знаю. Ну не знаю, Макс, скорострелка это как-то не очень, понимаешь? Это все, через 5 секунд мы снова телепортируем, поэтому будь наготове. Right. Are you ready? Я так, готов сразу. Готов. Ай, поцелуй! А, он не умер! Я ж вроде... Как он так? Макс, как так? Скажи, пожалуйста. Держись, держись. Может быть, я реанимирую в следующем раунде. Ой, плотно, плотно. Смотри, какие они мощные. По два, по три уже патроны. А ты что тут делаешь? Просто Вася. Ё-моё! Я боюсь, Макс. Раунд 5, между прочим. Раунд 5. Офигеть! Ой, ты не выживешь. Ты просто не сможешь. Мне патронов не хватит. Давай, тащи, Олежа. Ух. Блин, жестко, жестко, жесткий прикол вообще. Перезаряжайся. Флэшбэнг. Ай! Там ФАМАС лежал, там ФАМАС лежал. Я кинул оружие, но взял не то. Это была не лучшая идея, серьезно. Ну ладно, это... У меня просто другого варианта не было, ребята. Давайте попробуем еще раз. Ну, тут уже со временем как-то тактику вырабатывать надо, понимаешь? Так. Вот сейчас очень был жесткий фейв. Мы с тобой каждый раунд абсолютно сидели и ждали вот этих зомбарей сверху. Да, но при этом просто стоило немного забыть об них. И так. Сразу вот, сука, появился, как называл. Давай будем... Надо как-то умно просто расходовать все это оружие, получается. Давай сразу наверх. Ну да, да. Все, ты не подбирай сразу. Так, что у нас? Аук, я возьму. Ну, кстати, аук, да, хорошее оружие, поэтому давай сразу наверх. Да ты че возьмешь? Так открой кнопку, или у тебя не включится она. Не знаю, я вот тут буду стоять, наружу. Снаружи. А ты сможешь там? Ты готов прикрывать меня? Я. Ладно, я тогда для этого, наверное, возьму АВП. Я даже вот здесь. Я тогда для этого возьму Макс АВП, чтобы можно было тебя реально прикрывать сверху. Вот, да, да, да. Вот это, кстати, будет намного интереснее, потому что я-то снизу смогу отбиваться, а ты сверху еще и под. Ну, в принципе, это лучше, чем сидеть просто вдвоем на балкончике. Ну, кстати, я пока не вижу никого, чтобы кто-то шел. Может быть... Во, полетел, только ты вспомнил про эту кучу говна. Давай, работаем. Так, я беру оружие, спускаюсь себе, Макс. Да, у меня все под контролем. Изи просто, изи. Реально, снизу намного удобнее одному оставаться. А зачем мы тогда наверх все время поднимаемся? Я не знаю. Я не знаю, Олежа, зачем ты идешь туда. Но там, по сути, патроны как бы подбираешь. И там как... закуп еще идет, да. То есть туда нужно 100% будет ходить. Ну давай, пока мы не израсходуем оружие на первом этаже, мы не будем. Если подняться на второй этаж и просто скинуть оружие вниз? Да зачем? Ну ладно. Ну это просто... КЗ. Все, иди, иди пока это, короче, открывай кейс там, потому что с кейса, если патроны выпадут... Брателло, помоги! Давай, 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 Макс! Спаси, сохрани! Хорош, просто хорош, вот это отличный тимпой. Так, я, короче, беру калаш, да, тогда? Давай, 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 бери. Так. Я остаюсь на зоне. Все, я наверх поднимаюсь, ты справишься, да? Ты сверху, да? Просто прикрывай с АВП или что-нибудь такое и подбирай постоянно коктейли, чтобы здесь появиться и сразу их применить, конечно же, против этой армады. Ну давай, я пока работаю. Пока ничего сложного, серьезно. Вот когда вот так стоит один. Ну видишь, мы слаженно сейчас работаем. То есть ты убиваешь снизу, я убиваю сверху и. И пока у нас все под контролем, это радует. Я просто вот на одной точке просто стою, понимаешь? Тогда я тоже сам. Это прикол. Реально, ребят, тренируй моим сегодня свой. Жесть, раньше я не любил М-ку, теперь я ее обожаю. Когда вот так, знаешь. Я вот просто бегу на таран, на таран. Господи, ну прикольная на самом деле тренировочка, друзья. И причем как бы с какой-то тематикой, самое главное. А то просто стоять на какой-нибудь карте трени, да? И
зачем ты там стоишь, просто по каким-то точкам стреляешь? Тут хотя бы какие-то боты, типа под якобы зомби сделанные. Ну и это реально круто, ребята. То есть вот так вот мы будем сейчас спасаться от апокалипсиса. Ты не забывай кнопочку активировать, брат. Так, я активировал. У меня потом уже скоро кончится. Ну, у меня, кстати, тоже. Так, давай я пока на перезарядку, ты пока давай. Ты обойму зарасходуваешь, я... Ну ладно, так. Стопэ, так, стопэ, стопэ, куда... Ой, так, кнопку активировал. Так, я подбираю второй калаш, давай. Так, кейс открываем, я открыл кейс. А, кейс, что там, смотри? Кейс я выпал пока... аук. Аук, Макс, можешь аук, подобрать. Аук, дай мне аук, давай. Там подбирай, я... Ох, там много, Макс, снизу! Блин. Аук просто вывозит. Ты справишься, да, там снизу? Все, Макс, давай, живи просто! 260 HP, все. Давай, прикрывай, верю. Верю давай. В тебя. Давай, давай, давай. Так, перезарядка, блин, вот это уже стресс. А вот, Макс, вот, блин, ты, конечно, тоже там молодец. Живи! Беги, беги, Форест, просто беги. Да, ох, ни хрена! Давай, Макс, беги вот туда. Что? Воу, я просто не смог удержать никак уже эту точку. Их слишком много, и они слишком уже... Слишком какие-то мощные. Так. Это какой у нас раунд? Это был, по-моему, ну не такой уж большой. Ой, 2-3 патрона, пожалуйста, вот, спасибо. Вот, кидаем, кидай коктейлик. Коктейлик. А они как... не идут сейчас, нужно на кнопку нажать, и они пойдут. Здрасте. Ох, вот это жестко, по-моему, ты не это жестко, просто пати, пати. У Dead Savant на хате. Справился, кстати. Успели, успели коснуться. Ну, один раз коснулись меня, а. Ну, смотри, сколько кровища просто, ребят. Это четвертый раунд. И, кстати, мы, друзья, на самом деле, даже не можем и представить, сколько их здесь. Наверное, бесконечное число, мы да? Просто играем-то на это... Патроны! Вот это фейл. Вот это самый большой фейл, Олежа. Надо было контролить. Нет! Нет! Просто зарезают, зарезают, суки. Им не помогает флешбэнк. Звон помогает, смотри. Ну, тупой. У них там всегда один тупой. Ой, ёб твою мать! Живу! Стараюсь! Жив! Я жив! Какого хера я появился, сука? А, то есть мне нужно было... Ага, Макс, держись! Давай! Мы на лифт не успели, не залезем сюда. Офигеть! Офигеть! Блин, это было жестко. Давай еще раз? Давай, давай. А почему? Как? Я не понял. То есть смотри, мне нужно было, наверное, было зайти в комнату, и тогда ты там бы появился. А я, видишь, я ж не знал про это. Да, ну все, тогда будем... Ну все, мы просто, это. Ребята, думали, у нас как бы тут одна жизнь, да, а по идее оказывается больше. И из кейса намного нам больше, падает да. Что-то хорошее, наверное, плохое. А что выпало-то? Маг 10, понятно. Короче, будем поочередно меняться. То есть один раз я стою снизу, второй ты, да? Потому давай. Что мне надо подкупаться, типа, той же самой бронькой, теми же самыми патронами. Потому что я один тут стоял, у меня просто все... Вся амуниция. Конечно. А смотри, Макс, ты сейчас была. Снизу же стоишь, да? Я скинул оружие. Нет. И вот. О, да. Пришел. Вот, все. То есть, если тебе нужно оружие, пришел то... Пришел заказчик вот со зоны. Проси, я тебе скину. Он еще на вторую. Это знаешь, ты как почтальон просто из Почты России. Так же вот заказ просто кидаешь. Не. Он еще, не, Макс, лови. Ну как ты это мерзко делаешь? Люди нормально в коробочках завозят, а ты ну, просто сорян, с 30-го этажа, ну господи, не с 30-го, но с 3-го этажа бьешь и просто кидаешь. Не заботясь об оружии, а ведь оно еще нам потребуется, чтобы убивать этих чертей просто. Ну первый раунд, господа, просто изи, конечно же. Так, ну что, давай тогда. Так, я сейчас все трачу, короче, все эти свои патроны, да чё-то, да? Где кнопка-то? А вот, они идут, да, уже все, знаете? Тут давай просто, чтобы они шли, тут нужно на кнопку нажимать. Короче, я сейчас пойду наверх, ну. Давай, окей, давай, давай, давай. Стой. Ну, тут, если что, оружие есть, поэтому я думаю, что я справлюсь. Я просто подберу, я куплю всё, иди. Броньку, во-первых. Броньку. Или не открывается еще? Не открывается. Давай, давай. О, отлично, все, Макс, открывай. И всё, давай, окей, я побежал, наверх. Я побежал, давай, всё, давай, давай. Я иду. Если так, мне нужно будет стой. Оружие, то я... А, тут и валяется, отлично, все, найс. Все, оно заготовлено, ребята, у нас. Я всё... еду. Alright. Next report. Available in 1 minute. Так, я стою, а почему я не ТП шаюсь? А, вот, все, окей. Так, я готов помогать. Давай, работай, Макс, там сверху. Так. Это что за звук такой?
А, то, да, тут, короче, зона такая снизу, которая первого этажа. Вот, она порой там электричество включается, и она убивает всех, кто да, находится да, да, на да. этой территории, вот, как я понял. Что. Вот из-за этого, наверное, зомбари типа и дохли. Да, именно снизу. Перезаряжаюсь, Олежа. Давай, я пока... У меня нормально с патронами, пока что все нормально, поэтому... Не, ну знаешь, снизу как бы опасно работать, потому что тут как бы, знаешь, ничего тебя защитить не сможет. А так, когда ты сверху стоишь, ты как бы, ну, понимаешь, что залезть они, ну, там, вряд ли смогут, да? По сути, да? и не могут, да. Ты прав. Ты ЦВП, все, что ли, приземлился? Я, не-не-не, я, блин... Не успел купить бронь, забыл вообще. Так, Макс, флешку кидай, отвернись. Ай, господи, тактичные ублюдки. Так, кнопка. Все, надо продержаться как можно дольше. Третий раунд, господа, идем. Просто пишите в комментариях, как вы думаете, на каком раунде мы уже умрем. Именно в этой попытке. Это стопудово пятый. Патроны, Макс! Иди за патронами. Так, М-ку взял. Гранаты взял. Кидаю гранату. Из кейса выпала М-ка. Все, я наверх. Нормально, давай. Так, я наверху. Я с этой шавухой разберусь тут уж. Так, все, я наверху. Помогаю. Перезарядочка. Там из чемка валяется, можешь просто скинуть. Хорошо. Я как-то тут что? Если нужна М-ка срочно, прям срочно, я скину вниз. Окей, я буду есть еще наготове. Блин, как же много зомби, ребята, это ну, нереально какое-то, прям испытание для нас. Есть. Скорее мучение даже. Ну что их тут бесконечно, как будто множество, по сути. Ну. И вот стреляешь. А они не умирают. Ну что за дела, ребят, что за пироги такие, а? О, здрасте. О, Макс! Все, я вообще испугался. Покоцали? Да, ну один раз. Кидаем эту штуку. О, реально, слышь, можно их там убить быстренько. Нам в любом случае нужно, чтобы раунд начался, нужно на кнопку нажать. Блин, это вот сейчас уже сложненько. Ой, это очень сложненько. Калаш, кстати, откуда? Ты с ним был? Это я был с ним бегал. Короче, я иду сейчас, давай. Ты прикрывай. Кстати, ТЭК-9 вообще тут вывозит однозначно. Просто вот так на таран идешь и как бы... Ой, патроны-то кончились, Бася. Макс, мне нужна помощь. Я на перезарядку. А, патроны! А как я успел перезарядиться? Подбирай что-нибудь тут срочно. Они тумани, они тумани. Наверх можешь идти, так ты же наверх. Да не, все, давай стоим. Я на кейс тогда нажму. Попробуй. Из кейса выпал. Галил! Да, вообще жесть. Вот это ТЭК-9, он просто, ты идешь на таран вот так вот, идешь на таран и бэк. Дуал берет, но береты тоже вообще нормальные такие. Береты тоже, кстати, тут с пистолетом удобнее работать на самом деле. Вот именно на хеды. Смотри, мы просто не боимся, Макс, ты вообще... Ой. Так потому что ты 100% попадаешь как бы в бошку тут, если близко ты подходишь, пистолет уже изи. Так-то ты прав, да. При том, что это не автоматическое оружие, поэтому отдача не столь большая, и все супер. Но у меня патроны кончаются, Олежа, так что... У меня тоже потихоньку. Так, я перезаряжаюсь, на кнопку нажимаю. Найс. Так, кнопочка. У меня просто уже палец устал. Он у меня... У меня тоже тык-тык-тык-тык-тык-тык. Нажимает на кнопку, у меня мышка вспотела. Блин, у меня вот самое обидное, что пистолетные патроны-то кончились. Так, я на кнопку нажал, то есть скоро мы сможем подняться наверх и закупиться. Нам по-любому нужно будет закуп сейчас делать. Да, мы сейчас давай наверх пойдем тогда. Ну мы, кстати, уже идем на рекорд. 5 раундов мы уже преодолели, ребята. Сейчас уже будет скоро 6-й. Мы вот тупо стоим вдвоем, слушай, в натуре. Так, Макс, кнопку нажал. Пойду кейс. Галил взял. Братишка, help me. Так, Макс, я предлагаю уже идти наверх. Давай. Так. Все, Настя. Самое главное сейчас, я прикрываю тебя еще в спине сейчас, чтоб... Так. Все, я подбираю вот эту штуку, все так. Сука ты какая. Я испугался. Так, ладно. Чуть штанину не навалил. Да не говори вообще, жесть какая-то. Так, ну, смотри. Из оружия у нас так-то еще дофига всего, по сути, да? Ну, по сути, да, но ты не забывай кидать им коктейли, чтобы они хотя бы там частично помирали. Мы же сейчас снизу просто охереем. Ой, ёжик! Случайно. Ёб твою мать. Случайно, он решил устроить нам баночку-парилку здесь.
Все, 5 секунд, и мы спускаемся. Кидай туда, кстати, к ихнему подходу. Вот, костер сразу. Костер! Костер! О! Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. А их там дофига! Перезарядка! Макс, нет! Местечко-то какое! Охренеть! С них так-то тоже оружие падает. Там огонь! Сзади! Да чё, откуда? Да ты как? Откуда? Я, он стоял чисто сзади, я тебе сказал сзади, ты попробуй тпшить от меня. Давай, давай, Макс, пробую. И чё? Кейсик открой. Да, во, всё! Оружие, срочно! Офигеть, шестой вот, раунд вот уже, ребята! Очень, очень даже неприятно сейчас такая вот... Обстановочка! Оу! Чет! Перезаряжайся, да почему у нас у обоих-то, сука, перезарядка, как всегда? Жесть какая-то нереальная прям, ребята. Хелп, хелп. Так. Их реально как-то дофига, Макс, я... По-моему, нам нужно срочно... О, отступление делать, нет, все. По-моему, кранты. Блин! Макс, живи! Давай перезаряжайся, патроны на исходе, брат, вообще просто я на кнопку... Сука, блин, жесть! Жесть! Нет. Патронов нет, брат! Патронов нет! Жизнь, ответ! Уже на ножах! Резня пошла! Нет! Блин! Как так? Как? Это нереально! Но мы держались с тобой до последнего. Просто кнопка перестала работать, посмотри, друзья, сколько мы фрагов сделали. Сколько? Я 204, ты 179, друзья, это вообще жесть. О, это было реально плотно. Жесткий счет, да. Я думаю, что на этом, друзья, дорогие зрители, можно закончить. В принципе, показали вам карту. Как она называется, зомби, друзья? Зомби 2016. Да. Вот так. Поэтому, если что, находите ее, конечно же, на мастерской. В мастерской скачивайте вместе с друзьями, веселитесь. Ну а на этом все. С вами был Филиппин Кофе. Не забывайте ставить огромный лайкусик и, конечно же, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Ну а на этом все. Всем adios, amigos. Всем пока-пока, друзья.